Галина Стасевич за консультацией к нотариусу обращается впервые. Сфера ее вопроса – имущество и право наследования. Решила обратиться к нотариусу первый раз, потому что это очень удобно, что на рабочем месте. И бесплатно, почему не воспользоваться моментом. А хочу узнать, как правильно составить завещание на квартиру. Вопросы наследования и других юридических тонкостей интересовали и Татьяну Мухоровскую. При этом во время консультации Татьяна смогла найти ответы на большой перечень вопросов, которые ее интересовали. У меня были несколько вопросов, которые были больше не связаны с нотариусом, но и с нотариусом тоже. Вопросы по наследству – это к нотариусу, и у меня были чисто юридические вопросы, которые я не могла решить по-другому. Вот. Я, в общем-то, получила ответы на все вопросы. И одно, и другое, и третье. То есть по действию законодательства, по написанию статей, ну, вернее, по написанию заявлений, к кому могу обратиться и каким образом это сделать лучше. Всего же за помощью к нотариусам в этот день обратились 9 человек. Такого рода консультации специалистов крайне востребованы. Так, за прошлый год в рамках акции, приуроченной государственным праздникам и памятным датам, к нотариусам области обратились около 6 тысяч человек. Основная цель таких акций – защита прав и законных интересов граждан, повышение уровня правовой культуры и правовой грамотности населения. Нотариусами неоднократно в течение года на постоянной основе проводятся акции по бесплатному консультированию всех обратившихся. Обычно такие акции приурочены к знаменательным датам. С каждым годом число обратившихся все возрастает. В основном вопросы касаются это распоряжения имуществом. Чаще других задают вопросы, что лучше, завещание или дарение, как удостоверить брачный договор, как оформить свои наследственные права. В основном к нам обращаются люди по нашим же нотариальным вопросам, то есть тут же человек, получив консультацию, имеет возможность записаться на дальнейший прием для совершения нотариального действия. В день Конституции нотариусы области проведут расширенные консультации. В здании Брестской областной нотариальной палаты прием будут вести специалисты Главного управления юстиции Брестского облсполкома, отдела ЗАГСа Брестского городского исполнительного комитета, Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения, нотариусы и адвокаты. Акция будет проводиться по адресу Брест, улица Мицкевича, 3, с 14 до 16. Телефон предварительной записи 21-25-29. Больший перечень нотариальных контор и бюро можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».